Товарищ гвардии генерал-майор, войска Ивановского гарнизона во знаменование 68-й годовщины победы Великой Отечественной войны в войне построены. Командующий парадом гвардии полковник Шрам. 9 мая уже не за горами. Репетиции парадного шествия у Мемориала Славы идут полным ходом. В понедельник утром состоялась третья по счету предгенеральная репетиция. Всего в параде будет участвовать почти 700 человек, в том числе 300 человек от Ивановского института Государственной противопожарной службы МЧС России. Кстати, на студентах института из года в год лежит самая ответственная задача, а именно музыкальное сопровождение парада. На этот раз зрителей, как всегда, ожидает сюрприз. В этом году, как и в прошедших два года, в параде будет участвовать, кроме 5 парадных расчетов от института, еще и оркестр института и группа барабанщиц. Ветераны, жители города Иваново, гости смогут увидеть новое дефиле оркестра, в корне отличающееся от прошлогодних. В остальном структура парада существенно не изменится. Откроет шествие традиционно рота почетного караула ИГПС МЧС России. Следом стройными колоннами промаршируют воины-десантники. Это парадные расчеты 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, которая накануне 3 мая отметила 69-ю годовщину со дня своего образования. На фоне голубых беретов сильно выделяются бойцы разведроты в боевой экипировке. Конкретно от разведроты выставляется 48 человек в экипировке. Это одна коробка из 98-й дивизии, а всего их 4. Для солдат все равно это как-то ответственность какая-то для них. То есть они должны пройти, показать, что есть такие в городе Иваново защитники Отечества, тем более, что десантники. То есть должны лучше всех пройти. Следом за десантниками пройдут летчики военно-транспортной авиации, затем курсанты Института противопожарной службы. Без замечаний не обходится ни одна репетиция. На то они, собственно, и нужны, чтобы отработать до мелочей каждое движение и каждое слово. Продолжаем произносить «Ура!» парадным расчетом до того момента, пока начальник гарнизона не зайдет вот туда на доклад. Он перед вами. А в момент, вот сейчас я продемонстрирую выход начальника гарнизона, сделав паузу. А вы просчитайте, сколько это «Ура!» получится, и все. В целом, предпоследняя репетиция перед Ивановским парадом победы прошла успешно. На генеральной останется только закрепить результат. На данный момент все подразделения достигли твердой, хорошей оценки. Ну и крайняя генеральная репетиция, естественно, покажет в полной мере, как войска готовы. Вот. Ну, естественно, весь личный состав постарается выполнить все требования на оценку отлично. Ура! 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 Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.